Здравствуйте, меня зовут Масович Наталья Владимировна, я преподаватель эстрадного вокала музыкальной школы «Виртуоза». Ученики у меня разные, разного возраста, абсолютно разные уровни подготовки, то есть начиная с нуля и продолжающие, даже совсем сильные исполнители, тем не менее все приходят, и мы начинаем с истоков фактически. Вот процесс обучения проходит на развитие дыхания, на развитие вокального слуха, и темп, и ритм, и главное артикуляция и дикция. То есть чтобы ученик потом вот в процессе мог сказать, как я красиво пою и как я красиво говорю. Да, то есть почему в процессе вокала еще важна и речь? Поскольку эстрадный вокал, он в общем-то как и разговор сам по себе. Поэтому, в принципе, вот я стараюсь сделать так, чтобы на уроках ученику было комфортно и удобно. И самое главное, чтобы он получал удовольствие от того, что он делает. То есть независимо, исполняет он какое-то произведение или даже какое-то маломальское, вот самое простенькое упражнение, чтобы он получал от этого удовольствие. Так что, если это вас интересует, тогда можете приходить. Всем буду очень рада. То есть даже если вы думаете, что не умеете петь, это не так. Петь могут все, но единственное, у каждого как бы разный будет уровень обучения.